сюда пришли, потому что классные мероприятия организовывает ЦСКА. Мы надеемся, что с такой же самоотдачей, как здесь ребята показывали на площадке, пройдет у нас финал четырех, который будет через неделю. Потому что праздник, который сегодня организован, он на высшем уровне. It's a real nice event. I think everybody enjoy it. You know, sunshine, basketball court, 3-on-3. It's, I mean, very good. It's become very popular, this kind of game, and the final was good with a high level. So, you know, I think everybody enjoy it, and I did enjoy it. I mean, everything is different. Here it's more hustle because, of course, you can see there is the wind, there is the sun. Maybe everything is more difficult outside. We have more things to take care of. Мы про этот турнир уже знаем, потому что мы играли в прошлом году, но он был в формате 5-5, мы его выиграли. Нам понравился уровень организации, нам понравились соперники и хороший пресс был. Вот. Поэтому я с удовольствием принял этот вызов, можно так сказать. А что касается организации в этом году, то здорово, что 3-3, потому что, ну, вы знаете, сейчас в принципе 3-3 формат приобретает высокую популярность. И поэтому попрактиковаться лишний раз, то здорово вообще.